Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, мы продолжаем One Up, это уже четвертая серия, в нашей команде 4 нонрарных серебряных игрока. Кемистри тут, конечно, немножко упало, вот у этого чувака шестерка, и надо поскорее забивать мячи Криштиану Роналду, чтобы я смог сменить левого защитника, также сменить РМщика, не хочу я ему покупать смену позиции, потому что если его поменяю, то он мне нахрен не нужен будет. А вам я напоминаю, если вам нужны монеты FIFA 14 Ultimate Team на все платформы, ссылочки продавцов будут в описании, и не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Так, команда называется Anartash. Alartash, что-то такое странное какое-то название. Я готов, ready, все, go. Так, Noen FK, Bunder RPL. Bunder RPL, странное, короче, название, и типичная Бундеслига. Так, Криштиану. Оп-оп, здесь вот так вот. Здесь такой вот пас. Обратно на Криштиану надо давать, и... Там два игрока у него просто нахуй споткнулись об друг друга. Так, здесь нормально, здесь вратарь не составляет проблем, каким бы вратарем ни был. И вот здесь что я делаю? Что я делаю? Вот придурок! Что я делаю? Фуф! Ебать, вот я вообще чуть сейчас не привез, на самом деле. Бесит, когда я вот так вот вбиваю мяч и... На голову приходит сопернику. Блять, ну конечно, опять головой меня заебали эти головы, просто нахуй. Постоянно головой только мне забивают, постоянно. Бля, ну как такое проходит? Не, ну серьезно, это не серьезно, нихуя. Это нихуя не серьезно, 2-0, Левандовски. Смотрите, как спокойно его пищик догоняет. Не, ну вы посмотрите. На прямой бегу и спокойно так Роналду пищик догоняет. Ну не бывает же такого. В реальной жизни вряд ли бы его кто-либо догнал. А тут спокойно пищик пешком догоняет абсолютно. Заброс, навес. Очень разнообразно играет соперник. И счет становится 3-0. И тут уже точно все понятно. Ну, Роналду, пожалуйста, ну забей, добей, пожалуйста. Получается забить. Роналду, почему ты подаешь? Не хочу, чтобы он автоматом подавал, но он всегда автоматом подает. Роналду, пожалуйста. Пожалуйста, Роналду, где ты тут? Где ты тут? Пожалуйста, забей. Просто забей. Просто забей. Вот так вот. Вот так вот и ударь. Он ударяет прямо во вратаря и... Ну, не Роналду хоть, ну ладно. 3-1. 3-1 счет. Кристиан Фернандес на 43-й минуте забивает. Так, на замахе. Ну, Роналду, пожалуйста, оторвись от всех. Ну, бля, почему тебя Буатенг догоняет, блядь, с пейсом? Хуй знает сколько, ну это невозможно. Опять заброс. Ну, одни забросы у него реально. Я не успеваю за Блащиковским. У него скорость 90 с хуем, блядь. Ну, ну, пожалуйста. Нахуй там загибают, как не знаю кого. Ну, подача, кто там? Никого здесь нет. Где Криро, блядь? Где ты? Вот ты где. Нашелся, бей. Ну, здесь-то можно забивать. Ну, почему такой ужасный пас? Ты, блядь, Флорис ебаный. Здесь уже мне не подвластно ничего, потому что они все скоростные. Пиздец, штанга меня спасает. Спасибо ей за это большое. Но толку мало, наверное. Я все же ничего в этом матче сделать не могу. Ну, забивай, Криштиану, пожалуйста. Ну, блядь, ну почти. Ну, пожалуйста, Криштиану, забивай. Ну, добивай. Скажем откровенно, не везет нам в этом матче. Прям вообще вот просто не везет, и все. Тут дело не в классе соперника и в том, что он забил какие-то там мячи. Вот смотрите, заброс, они убегают просто, и все. В этом вся и тактика. Сделаешь заброс, все, мои игроки не догонят просто. Да, Хитарян там просто всех нахуй на дриблинге развел и гол. Ну, защитники у меня такие, что уж поделаешь. Ну что, матч заканчивается, 4-1. И где все те люди, которые говорили, вот, неинтересно, в 7-8 дивизионе всех обойдешь? Кто говорил, что здесь легко будет? Где эти люди? Сколько у меня уже? 4 игры, 3 поражения. Где все эти люди? Где вы? Напишите мне в личку, скажите, это был я. Я говорил о том, что смотреть на 7-й дивизион неинтересно. Пожалуйста, блядь. Писали мне, блядь, каждый раз люди, вот, блядь, начинаешь с таких дивизионах, ты легко пройдешь. Где? Почему я легко не прохожу? Почему у меня в 4 играх 3 поражения? Да-да, у меня бомбит, можно сказать, и так. Итак, короче, я решил сменить схему. Теперь моя схема выглядит вот так вот. Я постараюсь с такой схемой поиграть, потому что та схема уже изжила своего. И Криштиану Роналду будет шестерка. Ну ладно, я думаю,
футболисту такого класса даже это не помеха. ФК Релакс называется команда, и попадается команда со схемой, которую я только что сменил, Ариф ЦП. Это, конечно, круто. Это, конечно, очень круто. Хм. Вообще ничего не было. Абсолютно. Вот вообще ничего не было. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду. Здесь ушли. Удар! Блять. Ну... Криштиану Роналду, убеги же ты от кого-нибудь. Почему ты так не можешь убежать от тяги силы, блядь? Ну скорость же, блядь, ну это пиздеж какой-то, серьезно. Ну, забивай, пожалуйста. Да, 1-0. 1-0 и спокойствие Криштиану Роналду показывать. Типа я здесь хозяин. 33-я минута, наконец-то у нас что-то получилось в атаке, блядь. Наконец-то, блядь. Было прикольно бы, конечно, еще один забить, чтобы точно уже укрепиться. Поэтому буду стараться, буду очень стараться. Но соперник не очень простой, он может мне забить. Ну вот опять меня валят, опять по мне просто прошлись, блядь. Давай, 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 Криштиану, давай, давай. Просто забей, блядь, ну сквозь руки прошил уже. Блядь, ну сквозь руки уже просто прошил. Посмотрите на это. Ну просто уже прошил, там мяч бы докатился бы, если бы этот уебан в желтом не подбежал. Посмотри, на своего бы напрыгнул. Ну, добивай! Ну, добивай! Добивай, кто бы ты ни был! Перекладина, ну, блядь! Опять эти перекладины, проклятые перекладины. Как же они меня заебали, вы просто не представляете. Ну, ну, добивай, добивай! Ну, что за каша здесь происходит? Здесь вот так вот. Опа, Роналду, забивай! Эй! Ну, пенальти, ну, дай, судья заебал, блин! Ну, пожалуйста, да не привезите, блядь, пидоры! Нормально. Вратарь на месте, я думаю, он пропустит такую плюху. О, какой пас, какой пас, какой пас. Ну, здесь жирный Давид Луис с сеном на голове, блядь. Вот здесь вот, вот здесь вот, давай. Ну, блядь, это пас разве? Это разве пас? Это кусок говна, блядь, а не пас. Блядь, ну это пиздец. Ну, смотрите, что он сделал со мной только что. Опять по мне, блядь, протоптался, блядь. Заноси, заноси! Красава, красава, 2-0. 2-0, и он вызывает медведя, и 68-я минута, надо удержать просто счет. Надо просто удержать счет. Молодец, черный парень. Какой-то черный парень нормально сыграл. Ой-ой-ой, какой пасец, надо забивать! Вторая штанга. Вторая штанга за матч. Вторая, мать его, штанга за матч. И все, заканчивается матч. Фуф, слава богу, я дотерпел. Дотерпел, и 2-0, 2 мяча забил Криштиану Роналду. Собственно, меняем игроков, уходит у нас Экспозита, наконец-таки на покой, а то его фамилия все не давала мне покоя, и выходит вместо него Куева. Куева выходит, и ЛБшника меняем Ангуло вместо Рипы. И у нас получается, наконец-то, сыгранность хоть какая-нибудь, у всех восьмерочки, девяточки, все просто счастливы. И, собственно, вот так вот, поменяли двух игроков, команда наша выглядит вот так, и сегодня произошел уникальнейший, просто наиуникальнейший случай. Вот эти два матча, которые я сыграл, все оба матча я сыграл с людьми, которые меня знают, и они меня отписали в контакт оба. Ладно, в общем, всем спасибо за внимание, с вами был PandaFX, спасибо, что досмотрели это видео, спасибо, что вообще смотрите меня, и я надеюсь, что вы поставите мне лайк, и все. До новых встреч, пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и это очередной пак опенинг. Давно мы не открывали паки, и команда недели классная, в принципе, можно...